Итак, здравствуйте, друзья. Сегодня у меня тема 20 фактов обо мне. Итак, первое. Меня зовут Галия. Да, вот такое имя. Второе. Ну, не замужем. И как-то не стремлюсь. Вот третье. Вот сколько мне лет? 65. Сейчас я живу в Кишиневе, но вообще езжу в гости во Флориду, и мне это очень нравится. По своей профессии я хореограф, историк балета. Что роднит меня с блогерами из Америки? Ну, во-первых, потому что в Америке, а во-вторых, потому что живут во Флориде. Не знаю, как мне. Вообще, я живу там во Флориде, в Голливуде, но пока я что-то блогеров из Голливуда я не увидела. Я буду очень рада познакомиться с ними. Семья моя уже, конечно, живет во Флориде. Где я хочу жить? Я хочу жить в Америке. Вот в Голливуде, во Флориде. Вообще во Флориде, потому что мне очень комфортно. Дальше. Утром я люблю выпить кофе. Особенно я люблю кофе из кофеварки. И следующее, я люблю после кофе посидеть, как птичка на веточке. Посидеть, немножечко прийти в себя, а потом уже я могу побежать, куда я хочу. Дальше. Какой у меня цвет волос? Вот такой он у меня сейчас. Хочу я выкрасить его немножечко в голубоватый оттенок, но только есть пока сиреневые. Голубоватый, вот как у Леди Гага. Очень интересный оттеночек. Вот. Потом обожаю кататься на велосипеде. Села я на велосипед всего несколько лет назад. Всего в детстве у меня его не было. И у меня трехколесный мой велосипед, когда я езжу очень далеко. И обожаю ездить на своем велосипеде. И обожаю изучать всякие места. Это что называется, когда ты приехал в новое место, это почти пешком. Почти пешком. Из еды я очень люблю есть рыбу. В разных вариантах. Из фруктов я очень люблю яблоко, я очень люблю папайю, я люблю карамбол, такая звездочка есть. Обожаю салат из огурцов и помидоров. Из соков я обожаю, конечно же, томатный сок. А потом уже все остальное, апельсиновые и прочее, прочее. Когда-то нам давали мандариновый, я не могла его пить и есть. Пить вообще не могла мандариновый. А сейчас я бы с удовольствием выпила бы мандариновый сок. В Кишиневе я приобретаю молочные продукты определенных фирмы. И последнее время я стала приобретать кефир. Было бы хорошо, если была бы еще сметана и все прочее. Из Камраты, это район Гагаузии на юге Молдавии. В Америке, да, в Америке я покупаю тоже очень хорошую, ну, много уже показывают, хорошую сметану. Я очень люблю кефир из у амишей брать, масло, кефир, вот это тоже натуральное. Очень люблю делать что-то руками. Вот я делала украшения, делала цветы. Сделала одно большое украшение, замечательное, оно вот можно сюда на голову, можно сюда на плечо большой такой цветок, и можно сделать вот здесь свою валетку, будет прекрасный такой вот вечерний, даже свадебный наряд. Обожаю океан, я когда приезжаю на своем велосипеде, я сижу там часами, просто час сижу там.
Занимаюсь физическими упражнениями, у меня есть гимнастики, и не одна, у меня есть несколько упражнений, гимнастик, вот очень сильных, ну и, конечно, велосипед, ну и велосипед. Еще, я не курю, не пью, хотя я знаю очень много о вине, вот, обо всем этом, но я не пью, мой организм не принимает. И последнее, я очень люблю жить. И я очень люблю жизнь. Я очень люблю жизнь, я очень люблю солнышко, я очень люблю все, что хорошо. Весь позитив. Я очень люблю позитив. До встречи.